Пошли проводить экскурсию по квартире. На зеркало как нет особой реакции, надо сказать. Да. Я, кстати, не понимаю, почему так. Ну, может быть, она еще, ну, в смысле, дети же тоже себя не сознают особо. Так не себя, ну, в смысле, ну, она сегодня из какого, то есть, не он приехал. Я думаю, что она просто считает, что это кто-то другой, но не считает, что это что-то необычное. Ну, смотри. Ой, скажи, какое тут все. Ой, что это? Не поднимай высоко, а сейчас... Я не поднимаю высоко, просто это... Чё, она соскальзывает немножко. Ну да. Поэтому. Больно. Нет, не больно. Я просто боюсь, что она соскользнет, и мне приходится руку поднимать, чтобы она более вертикально сидела. А то, что ты руку поднимаешь, это как ай? Так ай, я ее проворачиваю. Дай на руку. Ну да, я тоже. Да я не против. Как бы. Иди сюда. Господи. А, или вы так сидите? Ну, сидите. Хорошо, сидите. Вроде устойчиво. Нет, или не очень. Ну, так. Кровать. Ага, и книжный шкаф. О, вот эту штуку покажи. Смотри, какая классная. Только не знаете, что ее надо грызть, потому что она классная, ну. Не хочется. Нет, подожди, ну, дай я смотреться. Скажи, сколько впечатлений. Я клетку-то еще не успела освоить, а тут меня уже это... Ой. Ой, какая штука. А ничего, так прикольненько. Такая спокойная, такая ручная прям. Ой. Ой. Дайте тебе на руку. Ну, она хочет перейти? Я не знаю, попробуем.